приветствую! На связи Елена Литвиненко, и сегодня я хочу вам представить одну из моих учениц, Аню, которая очень заботится о своем саморазвитии, и поэтому решила заняться голосом и речью. Правильно, Анечка? Да. На самом деле все эти знания я их применяю в своей обычной жизни, и большинство моих друзей сказали: «Аня, ты как-то поменялась, ты стала более уверенной», и я сама чувствую, что я стала другой, я поверила в себя, и это на самом деле очень приятно. Поэтому спасибо вам большое за все ваши знания, за все ваши труды.